Да, просто так, глянем, короче. О, Бэтмен. Подожди, защити фургон. А, он ломает. Он же берёт. Сюда, куда ты ломаешь-то? Ты сейчас поломаешь, блин. Поехали. Говори, где детонатор? Эгегей, всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV, меня зовут Максим, мы продолжаем играть с вами в игру про Бэтмена, а, хотя нет, да, Бэтмен здесь умер, дело в том, что это Gotham Knights, ребят, рыцари Готэма. Я немножко покопался в файлах, в общем, понял сюжет, Бэтмен умер, когда расследовал дело доктора Кирка Лангстрома, вот этого профессора Готэмского университета, которого мы в предыдущих с вами сериях пошли искать, а он, короче, оказался мертвым. Теперь мы с вами пришли в морг, да, кто помнит, в прошлой серии было, здесь была Талия Аль-Гул, вот это, да, дочка Рас Аль-Гула. Судмедэксперты уже начали вскрытие Лангстрома. Ищешь ключ биодешифровки, возможно, устройство, использующее его генетический материал. Угу. Нам нужно, видимо, найти теперь этого Лангстрома. Мы попали с вами в полицию. Так, расследуйте. Ага, да, вот он, его труп. Место преступления, с помощью визора используйте... Ага, ну это я знаю, да. Так, значит нам нужно что, смотри. Тело Лангстром. Похоже, что Лангстром умирал медленно и мучительно. Кровоподтеки и припухлости на черепе, множество ножевых ранений на руках. Короче, Бэтмен, получается, умер в тот момент, когда вот именно расследовал дело вот этого Лангстрома. И наши рыцари... взялись за то, чтобы... Так, а это что такое? Да, флакон с кровью. Ага, вот так. Разгадать. О, есть! Я даже угадал. Модифицированный измеритель глюкозы в крови, который открывает данные. Нужна кровь. Да, он сейчас сделает анализ, и у него будет анализ крови, получается. Так, выйти из комнаты. Мелфри, я думаю, что полиция видела, что Талия здесь сделала. Мне нужно уходить. Занимайся этим, будь осторожен. Они присылают того. У Бэтмена был доступ к системам полиции, а теперь и у меня. Тушите свет, полиция города. Ага, это работает. Пора улизнуть. Так, куда? Сюда мне? Опа. Ну, это Талия, смотри, полицейского... завалило. Так, ну что же, выходим. Есть, да. Вход в безопасность. Расходитесь, мы найдем преступника. Продолжайте, они могут быть где-то здесь. Кстати, я добавил вон счетчик ФБС. Так, используйте скрытность, чтобы обойти офицеров полиции. Избегайте, вступая в бой. Они не дают наград и опыта. Ага. Так, ну понял, значит, нам надо... Мне туда, мне в принципе... О, я-то отсюда смотри, смогу. Фух, проскочить. А тут есть что-нибудь? Нет, тут ничего нету. А где офицеры? А, офицеров и нету. Эй, почему он прыгает-то так далеко? Вот это непонятно, чуваки. Так, я, по-моему, вот так, да, могу быстро пробегать. Плохо, что... Добрый, я вижу выход. Отличная работа. Ничего не было. А теперь возвращайся скорее, чтобы... Ага, все понял. Ну, перевод этот... немножко кривоватый порой. Да, вон там еще три офицера, я вижу. Ну, нам надо выйти отсюда просто. Так, я могу... Я прыгну сейчас, не могу, короче, бежать, чуваки. Это плохо. Так, продолжайте искать, здесь кто-то есть. Я знаю, что они здесь. Их знаю. Все, я вроде бы. Проверь каждую тень, мы их найдем. Нет, вы меня не нашли, я скрылся, отлично. Ладно, продолжаем дальше, сейчас мы выйдем в город. Продолжим, да. Ух, мотик. Полицейский на меня! Тихо! Уйди! Так. Блин, я не могу, чуваки, управлять мотоциклом и читать. Постараюсь, что-то он говорит. Смотри, сколько? 60 FPS, 50, до 40 падает FPS, когда на мотоцикле есть. Вот это и говорили про это, что на мотоцикле, говорит, вообще бедец. А, ну все, мы возвращаемся в башню нашу, я так понимаю. Да? Видимо, да. Ускориться. Что, мне просто сюда встать или что мне сделать? Как мне выйти-то? А, слезть. Окей, все, понял. Да, мне нужно вернуться, видимо, в башню. Я должен
отдать своим коллегам этим. Так, вернитесь к колокольню, да, что там, короче, ночь первая. Ноль преступлений остановлено. Две бонусные цены выполнены, одна гражданская спасена. Чего непонятно. Ноль преступлений, почему ноль? Ладно, ладно, лабораторные записи, формулы финансового отчета, исследования по потере. Дальше давайте. По потере слуха, эксперименты и испытания на людях. Похоже на денежные выплаты добровольцам. Я знаю некоторых из этих придурков. Они все известные члены банды. Так, значит, Лэнгстон проводил медицинские эксперименты. Вы стесняете, говорит меня. Мисс Гордон, система голого изображения снова работает с сегодняшнего утра. Идеально! Идеальное время, Альфред. А, голографическое изображение. Эй, я забыл, как мило ты устроился, Бэтс. Она древняя, но пока сойдет. И Мастер Брус единственные два человека во всем мире, которые считают системы колокольнями древними. Следуя Лэнгстрома, я также обзвонила все, что у нас есть на нашего виновника. Виновника торжества. Талия Аль Гул. Она подходила мастеру Брюсу не только по одному параметру. Ее приемы в Готэме называют беспокойство. Как и тот факт, что она сожгла тело своего старика. Его ДНК было на всем оружии, которое она оставила. Интересно, почему она не рискнула и не использовала яму Лазаря, чтобы воскресить его? Ну, Бэтмен просто найдет Талию и спросит ее сам. Хорошая мысль. Да, я могу дважды проверить Куна и Талии на наличие следов. Мы также должны пройтись по улицам, выяснить, не было ли чего, блин. Пора разбить несколько черепов. Да, согласен, пора подраться. Надоели ваша болтовня? Ну, короче, они выясняют, хотят выяснить, что Талия, почему она сожгла своего отца, вы видели, да, в предыдущей серии. Она могла бы его с помощью вот этого... Чё на доске? Так. Раскрытие преднамеренных преступлений. Я не могу забыть, что Талия сделала с телом своего отца там. Так, здесь нормально, 140 FPS. Так, пошли, чё у нас тут? Ага, на доске какие-то внутри. Метки. Так, изучить доказательства. Доски доказательств. В разделе доказательств отслеживается информация обнаружения в ходе расследования. В разделе следы содержится наиболее актуальная информация о дальнейших действиях. Выделите улики, чтобы получить информацию о следующих шагах вашего расследования. Нажмите для быстрого доступа к меню. Так, что мне тут выделить? Угу. Так. Предыдущая информация. Готэм газета написала статью о смерти Брюса. В нем говорится, миллиардер филантроп Брюс Уэйн, председатель Уэйн Энтерпрайз, был найден мертвым в своем особняке. Угу. Все окей. Что теперь делать? А, тут какая-то газета, смотри. Исследовать. Что это такое? Альфред здесь. 60 FPS, да, вот когда идет катсцена, то 60 FPS идет. А, под газетой телефон. Телефон Альфреда? Или телефон Брюса? Иногда я просыпаюсь посреди ночи, ожидая, что Брюс позовет меня на помощь. А потом вспоминаю. Я подумал, что это мог бы быть кто-то из вас, кто звонит сейчас. Я волновался. Старые привычки, я полагаю. Ну да, Альфред все ждет. Я тоже иногда так думаю. Ты всегда присматривал за Брюсом? Мы оба. Трудно представить Робина без Бэтмена, но я думаю, что это зависит от меня. Да, здесь Робин не совсем. Я буду здесь, чтобы поддержать тебя, мальчик. Готэм в надежных руках.
Так, обучение звания рыцаря. Готэм Сити нужен новый страж. Пройдите испытание рыцарства, чтобы открыть новые мощные способности для каждого героя, включая их уникальные героические передвижения. Отслеживайте выполнение задания в бэткомпьютере, используя вкладку «Испытания». Вау. Так, что здесь еще? Где бэткомпьютер? Похоже, доктор Лэнгстром занимался довольно дикими вещами. Использовать верстак. Хотел бы я, чтобы он был бы жив. Я спросил бы его. О, верстак. Нифига себе. Так, приобретать чертежи и утильсы. Утильсы? Чтобы создавать лучшие костюмы и оружие. Перейдите в раздел чертежи для рукопашного боя, чтобы создать оружие. Вау. Смотри, ближний бой. Создать оружие ближнего боя. А как? Ага, крафта готов. А что надо? Посох. Смотри. А, 54, 14, требуется ремонт. Сравнить? А, чтобы создать, ну давай. Уровень силы 10, необычный посох, не дающий никаких преимуществ, обладающий лишь самыми базовыми характеристиками. Надеть. А, вот это уровень 2, видал? Ого, у меня уровень... Да, вот этот уровень 2. Угу. О, костюмчики, смотри. Выбор персонажа. Вы можете сменить персонаж в колокольне между... А, то есть я могу постоянно менять. Прикинь, сейчас могу переключиться на любого персонажа. Так, а здесь что? Так, тренируйте боевые навыки, скрытность, быстрая способность, многое другое, тренировки. Ага, ну давай. Видимо, мне нельзя пропустить. База, подготовка, тренировка, способность, повышение квалификации. Обладайте опытными боевыми приемами. Так, ну окей, до вас базовая подготовки. О, допрос, стелс. А, мне это все надо пройти? Серьезно? Ну, допрос давай. Да, просто так глянем, короче. О, Бэтмен. Физическая и умственная подготовка идут рука об руку. Здесь мы можем тренировать ум, чтобы подготовить тело, но это требует глубокой концентрации. Отпусти свою печаль и сосредоточься на моем голосе. Хорошо, Бэтмен, я тебя не подведу. Так. Удерживайте, чтобы просканировать преступников и найти информатора. А, во, у него значок. Хватайте информатора, чтобы допросить их. Уменьшите их здоровье или подойдите незаметно, чтобы заставить их говорить. Понял. Так, надо... Угу. Ой, простите. Врагов можно допросить после их захвата. Используйте... Скрытность, чтобы подойти к врагу, а затем схватить его. Так, ага, вот это информатор. Мне надо присесть. Подойти. Захватить его. И допросить. Говори. Где детонатор? Хорошо, хорошо. Позволь мне рассказать тебе, что я знаю. Понял, спасибо. Окей. Рассказал, типа? Ну, прикольно. Так, вы можете хватать врагов, которые не знают, оглушены. А, которые не знают, оглушены. Имеют мало здоровья или находятся под воздействием определенных нокдаунов. Это как? Так, мне надо сначала просканировать. Ага, информатор. Значок у него. Что мне надо? Снизить здоровье противнику. На, держи. Ой, хорошо. Теперь хватаем его и допрашиваем. Говори. Приумение площадь, вот что я знаю. Спасибо за подсказку. Отлично, допросить информатор. И готов двигаться дальше. Продолжить обучение, повторить или покинуть. Не, давай покинем. Так, все. Открыть просмотр активностей. Так, умышленные преступники Готэм Сити совершают заранее спланированные преступления, такие как вооруженное ограбление, торговля органами. Ага, последнее дело, рыцарство, фрики. Очки на вашем. Ага, вот тут я могу базовая подготовка, крафтинг, коллективы. Смотри, вот это все я должен. Рыцарство, это что такое? Станьте рыцарем Готэма, завершите тренировку по нанесению удара по времени. А, это, короче, да. Фракция уроды. Ну вот фрики как раз таки, да. Давай вот их выделим, пошли, где они? Ага, вон они. Все, я понял, бегу, фрики. Я бегу, только мне надо вот просканировать, короче, их, чуваки. Чтобы этот... Чтобы понять, кто из них информатор. Не-не-не, не на то. Давай, держим. Или мне поближе надо подойти. Так, фрик-поджигатель. Так, давай смотрим. Так, боец-фрик. Информатор нужен. Блин, как же неудобно.
Бегу. А кто информатор из вас, эй? Кто может проинформировать? Охранник безопасности погибший. Я всех же просканировал вроде, нет? Бегун убегает. А, вот еще есть. Рик-поджигатель. Рик-боец. Ладно, короче, давай валим их. Иди сюда! Хорош! Ну чё? Ой, красиво. Так. Ага, мне надо будет уходить, а то он мне там кидает. Ой, уходим, валим. Давай. Ой, красиво. Отлично, валим. У меня, кстати, вот такое оружие есть. Смотри, я вот с рогатки могу стрелять. На. Эй, ты куда? Куда ты побежал? Ну ты сумку бросил. Давай, захват, может допросим что-нибудь? Нет, удар пока. Ух, жесть. А чё? Иди сюда, э! Допросить могу? Нет, ударить только. Блин. Так, преступность раскрыта. Смотри, здесь какие-то значки. Поехали. Так, все, на мотоцикле еду, 50 кпс, чуваки. Вау, погнали. Так, короче, свидетель под угрозой, надо свидетеля спасти. А есть какое-то ускорение еще? Нет, видимо, нет. Вообще 40-30 FPS, господи. Так, надо будет здесь, наверное, выпрыгнуть. Да. Так, не дайте пришлось взломать дверь и убить свидетеля. Ага, я понял. А есть кого-то допросить? Нет, видишь? У них должен... Сказали же значок, что должен появиться. Поджигатель. Ну ясно, ладно. Просто валим, короче. Ага, сами себя подожгли, вот балбесы. Так, валим. Ой-ой-ой, тихо. Может как-то я... Как-то вот так, да? А, вот так. Минус. Иди сюда, блин. Ой, не дотянулся, как это так? Блин, вот эти огнеметчики вонючие, которые коктейли молотого кидают. Ой-ой-ой. Получай. Тихо. Ху-ху-ху, красиво. Так, валим. Победите волну. Подожди, защити фургон. А, он ломает. Он же дерьмо. Сюда, куда ты ломаешь-то? Я сейчас поломаю, блин. Так. Ушел. Двадцать два. О, боже, ударил. Бег. Куда ты, блин, ушел? Они горят сами, нет вообще? А, отлично, вроде бы не выношу. Ой, что ты... А,
Отлично, вырубил. Так, собираем. Преступление раскрыто, свидетель под угрозой. Вау, говорит, то есть спасибо. Так, вот это все надо собирать, какие-то штучки. Так, ну все, я вроде бы выполнил. Вычисляйте, говорит, информатора. О, этот знает, у него вопросик появился. Значит, валим. Это Робин? Да, это я. Как-то вот допросить мне надо будет, чуваки. Ого-го-го! Нифига себе! И... вырубаем. Подожди, а я хоть не того убил, которого вопросик? Нет, не того. Вот оно. Давай, бей. Ну чё, давай, чел. Ты мне должен информацию передать. Давай. Говори. Где детонатор? Доктор Кирк Лассер был убит. Расскажите мне, что вы знаете. Я даже не знал, что этот хмырь мертв. Парень дал нам хорошие деньги, чтобы мы вкололи ему всякую дрянь. Уверен, что это не было ограбление или что-то в этом уроде? Так я и думал, говорит. Отлично. Фух, задание выполнено, небольшая беседа. А что дальше? Смотри. Допросите мафию, чтобы узнать больше информации. Так, а где мафия у нас обитает? А, подожди, надо сначала, наверное, мне как-то, да, посмотреть. Мафия, смотри, снимки. Мафия претендует на West End. West End. Ага, вот видишь, надо на карту смотреть и туда, в тот угол, короче, нам надо карты. Давай карту запустим, посмотрим. Финансовый район. Вот он, West End. Вот он. Нам надо, то есть, сюда. А как потихо-то убивать? Я уже забыл, чуваки. Он мой. Кто там твой? Замучаешься. О, боже! Нифига себе! Так, кого мне там надо допросить? Тихо. Не стреляет. Так, вот этого допросить надо. Эй, ты куда бес? Офига он уклоняет. Ой, тихо. Спину не пьет. Уже жесть, они какие-то скоростные уже. Ой-ой-ой. Что-то у меня не получается. Ну или что творит? Ой, хилимся. Я, кстати, не знаю, где хил брать, чуваки. Так, пошел. Давай вот это вырубим. Отлично. Так, а ты иди сюда. А, ты еще и девчонка. А ну-ка говори. А что я взять не могу? А, вот, все, схватил. Так, удар, допросить. Допрашиваю. Мне нужна информация об убийстве доктора Ланстрёма. Что случилось? У нас не было причин убивать его. Не говоря уже о том, чтобы припереть его к стенке. Он хорошо заплатил нам за участие в его медицинских испытаниях. Говорите моему боссу. Только не говорите, говорит, моему боссу с меня. Ничего, Бенфри. Но мы знаем, где Талия. Может, пока поговорим с ней? Отправляй координаты. Превосходно, спасибо. То есть поговорить с Талией? Так, 131. Там что-то у меня появилась метка. А там что за метка у меня? 130. А, это я поставил. Все, понял. Надо эту метку убрать. Так, и что? Сколько у меня преступлений? Есть какая-то статистика? Сколько у меня преступлений тут? Лица, мафия. Тут пипец активности. Коллективы какие-то. Поиск батарангов. Не, ну так вроде бы издалека смотришь, графика неплохо выглядит. Робин такой. А где башня Уэйна? Вон она, что ли? Вон? А то башня Уэйна. Так, ладно. Подожди, как он там? А, вот это, да, вот эта кнопка. Ага. Хоть бы батаранги какие-то звуки издавали, как мне их найти? Да, я все-таки нашел один батаранг, чуваки. Как его? Бетаран, Касан Бэтмен в рамках тренировочных учений. А как его забрать? Есть! Один из 12, что?